Михеев катит попутно. Немножко позади располагался Джиашвили. Удаление. Михеев, толчок на борт. И, возможно, даже не отделается двумя минутами. Орлов лежит и пока не поднимается. Ой-ой-ой, там кровь на льду появилась. Так, дисциплинарно. Дисциплинарный штраф. Михеев присаживается на скамейку штрафников. Реагировал. Эпизод произошел у него на глазах. И... Орлов играл по шайбе. Остановить ее не смог. Как такового толчка на борт не было. Но... Команда «Динамо» номер 13. Толчок на борт. 5 плюс 20. Заканчивается матч для Артема Михеева. 5 плюс 20.